Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу дополнить вот эту УШМ дополнительным приспособлением, которое точно пригодится в мастерской. Ну а вы пока будете смотреть ролик, обязательно напишите комментарий, пользуетесь ли вы аккумуляторным инструментом. Ну а я буду показывать, поехали! Для начала буду использовать профильную трубу 20 на 20. И отрежу два кусочка по 20 сантиметров. Теперь возьмем профильную трубу 25 на 25 и отрежем два кусочка по 5,5 сантиметров, по 55 миллиметров. Теперь берем уголочек 45 на 45 и отрезаем кусочек 20 сантиметров. По итогу мы с вами имеем две трубочки 20 на 20, 20 сантиметров, уголочек, две по такие. За кадром отпилил пластину и еще вот такие две пластины. Зачищаю все при помощи шкалового диска. Очень мне нравится. Писали в комментариях, что боится острых углов. Да, острых углов боится. Срезов таких вот, но чистить им очень хорошо. То есть у нас получается, мы не снимаем сам металл, а снимаем ржавчину. Там краску очень хорошо снимать. Вот сейчас покажу на примере краски. То есть 5 секунд. Когда все зачистили, переберем наши квадратики, выставляем с двух сторон. Но главное нам соблюсти 90 градусов, чтобы у нас было. То есть мы четко заподлицо с одной стороны делаем и выставляем под 90 градусов и делаем прихваточку. Проверяем. Все четко. И обвариваем. Со второй стороны поступаем аналогично. Здесь сделал отметочки, сейчас накидным и будем просверливать. Я примерно по центру, сейчас взял сверлышко поменьше. Теперь меняем сверлышко на 10. И теперь вот так сейчас будем прихватывать гаечки. По две штуки с каждой стороны. Лучше делать прям сразу с болтами. Так, теперь нашу детальку мы ее обварили все, как полагается, всех сторон. Убираем ее в стороночку. Берем наши пластины, которые вот 4 на 8 на 8. И делаем вверх верхней части по центру отверстия на 8. Сверлышко на 8. И сейчас будем приварить вот под небольшим углом. Так, это у нас готова часть. Теперь берем две наши профильные трубы 20 на 20, вставляем их вовнутрь. Теперь посмотрим, что у нас получается. 19,3 в начале. И здесь у нас тоже 19,3. Теперь берем пластину, выставляем ее за подлицо
принципе, наша конструкция готова. Все четко. Вот это надевается так. Теперь надо покрасить. Четыре винта, два я сделал покороче. Сделал я это для тисков в уголочек. Можно было, конечно, какие-нибудь кронштейны, уголочки, счет сделать, чтобы прикручивать к столу. Но я сделал для тисков. Теперь берем наши ушей. Откручиваем ручку. И устанавливаем. Берем два винта восьмерочки. Резьба М8. Берем такой вот круг. И затягиваем. Угу. Здесь тоже небольшой зазорчик сделали. Можно подточить сверлушка, делал такое приспособление, 50 на 80 брусочек. Можно шлифануть какую-нибудь металлическую штучку. Захотели, поставили лепестковый круг. Конечно, хорошо иметь две ушей в мастерской, чтобы одна стояла там в стоечке. Ну и также ее можно всегда открутить, всегда поменять, и будет все четко. Я надеюсь, ролик был полезен и интересен. Я думаю, такая самоделочка, простая стойка для ушей пригодится каждому. Ничего сложного в изготовлении ее нету. Эксплуатации, то есть, ну, как хотите, так можно эксплуатировать. То есть, я просто пару примеров показал. Будь это дерево, будь то это пластик, будь то это металл, можно обрабатывать. Затачивать сверла и так далее. Так что, если понравился ролик, палец вверх. Пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.